Известно, что мешает плохому бибою. Что мешает плохой бигел? Ого, плохой. Я не знаю, я не плохая бигел. Мне ничего не мешает. Ну а как чувствовать себя би? Я не знаю, мешает всегда скованность. Всегда мешает чувство, что ты подумает. Что подумают окружающие, что подумают родители, что будет, если вот будут битые коленки. Я не знаю, разгонки и так далее. Добро и музыка. Все, это то, что нам нужно здесь. Что я от вас хочу, ребят? Ну, развивайтесь, пробуйте вот так тренироваться все время, делайте себе какие-то задания. У меня есть для вас последнее задание. Каждый, чтобы вас сделал, немножечко оно сложнее, чем предыдущее. Я хочу увидеть все, что угодно, все, что хотите вы. Но я хочу в связке вашей, которые вы хотите, которые вы будете делать, увидеть минимум 3 фреза. Минимум 3 фреза. Минимум. Как можно больше фрезов. Сейчас попробуем. Шире, ребят. Брейк-данс — это танец, который нарушает правила. Все. Тут правильно то, что неправильно. Если ты делаешь какое-то движение, даже это базовое движение, ты должен его как-то так изменить, чтобы это стало твоим движением. Точно так же и здесь. Да, мы привыкли, что брейк-данс — это мужской танец, но и девочкам есть что в нем сказать. И я не пытаюсь научить, я пытаюсь просто поделиться тем, что я поняла. Но это пришло не сразу. Конечно же, я помню, даже было время, когда рассуждали, а нужны ли девочки в брейк-дансе, есть ли женский брейк-данс, было и такое. Сейчас уже немножко мы вышли на тот уровень, что нет различия. Нам каждому есть что сказать. И мы позволяем друг другу говорить. Все, ничего большего. Никаких таких... Раньше, да, раньше были там какие-то движения унижающие и так далее, там всякие. Но сейчас этого уже практически нигде нет. То есть если так кто-то сделает, это будет скорее не мне унижение, это будет минус тому, кто это сделает. Добьюсь успеха, я расскажу, честно. Ну, я не знаю. Как в любом деле, совершенствоваться. Это практика, это любовь к тому, что ты делаешь. И это постоянное движение. Никогда нельзя сидеть на месте. Нужно ездить. Вчера я была на фестивале в Донецке, сегодня я приехала в Мариуполь. На прошлых выходных я была в Харькове, на позапрошлых выходных я была в Питере. Я езжу, я не стою. А если движение – это жизнь, точно так же движение – это совершенство.
это хип-хоп. Хип-хоп, он вот здесь, в знаниях, и он в том, чтобы все нарушать. Абсолютно все. Нужно нарушать. Мы ходим в широких штанах, мы ходим в больших футболках, в рваных штанах, потому что мы не такие, как все, просто-напросто. А какие советы? Будь не такой. Семнадцатый микрорайон, клуб Seventeen, B-Boy, B-Girl, B-Kid, Battle, Street, Slave. Они танцуют, мы задаем вопросы. Привет! Как настроение? Отлично! Что ты тут делаешь? Танцую! Я пришла поучаствовать, я участвую первый раз, я хочу поднять свой уровень танца. Привет! Здравствуйте! А что ты тут делаешь? Ну, собираюсь на бадре танцевать. А как настроение? Хорошее! Скажи, а ты сражался против Big-Girl команд? Против Big-Girl? Если честно, даже, по-моему, я не вспомню. Наверное, нет. Против а Big-Girl, как вообще отношение к Big-Girl? То есть какие-нибудь уступки делают? Нет. Big-Girl... Абсолютно равный честный батл. Абсолютно равный честный батл, потому что это ж танцы, это же не как пропустить ее в автобус, девушка, проходите. Нет, это батл, это брейк-данс. Да, я много раз батловал против Big-Girl. Вот недавно был батл в Голландии, я танцевал против девушки. Против девушки сложно танцевать, потому что девушки чаще всего хорошо танцуют. Надо уметь хорошо танцевать, чувствовать музыку, перетанцовывать их. Ну и, конечно, у парней есть преимущество, они делают лучшие трюки. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breeze is blowing. Есть судьи, которые судят танцоров больше по своему стилю, чаще всего так бывает. Например, есть судья, который танцует и делает силовые трюки, есть судьи, которые чисто танцуют. Я, конечно же, сужу так, чтобы танцор танцевал, потому что брейк-данс – это танец. И чем больше судей, конечно, тем лучше на соревнованиях. По поводу судейства как раз. Есть какие-нибудь случаи, вспомнишь, курьезные, может быть? Да, был один случай, когда мы только-только начинали заниматься. Мы приехали в город Угледар. Вот. Там устраивался фестиваль брейк-данса, и судили бабушки из городского совета города Угледара. На самом деле был такой случай, и они судили, и они отдавали победу только тем, которые крутятся на голове, которые прыгают сальто, а танцоры, которые действительно танцуют, они просто их сливали в батлах, вот и все. Для танцора всегда важно, чтобы он умел всегда все. Любой танцор должен уметь все, в этом будет его профессионализм. А вспомнишь какие-нибудь курьезные случаи своего судейства? Чтобы я судил, да? Чтобы ты судил. Ну, я судил пару фестивалей, например, в Ростове, в России. Один фестиваль в Ростове, и тогда были участники такого движения, как панк-стиль. Они танцевали больше панкуху, есть такой стиль, больше британцы, они танцевали босиком. Вот для меня это очень странно, мне такое сложно судить. Я сразу, не знаю, я бы готов был их сразу сливать в первом раунде. Но это был самый смешной случай. У нас судьи, это ребята, которые участвовали в зарубежных мероприятиях такого же плана. В Франции, в Голландии, то есть... А кто из сегодня из именитых гостей здесь есть? У нас сегодня здесь Максим Арабец, это Черкасы, Киев, он финалист «Танцуют все», он хореограф на «Майденсе» от города Черкасы, то есть как бы, ну и полуфиналист «Джаз Дебу» во Франции, это один из самых крутых фестивалей, который проходит по хип-хопу. А есть любимчики? За кого болеешь сегодня? Ой, я за Мариуполь болею. Я
Я танцую брейк-данс 11 лет. А пару советов начинающим брейкерам? Пару советов. Самый главный совет – танцуйте. Помните, что есть танец, учитесь силовые, смотрите больше старого видео, равняйтесь на старых танцоров, которые развивали брейк-данс 90-х годов. И старайтесь делать что-то свое, не косить ни под кого. Будьте самим собой. Всем привет, это новый выпуск рубрики «Кульбит», меня зовут Дипок, и сегодня я с вами поделюсь некоторыми общими принципами написания собственных треков. Я вам расскажу, как это делаю я, и надеюсь, вам это также будет полезно. Теперь на эту основу мы можем навешивать все, что угодно, и абсолютно не стесняться и экспериментировать, и кидать какие-то безумные эффекты на какие-то странные звуки. И первым делом, кажется, я дописал здесь вот такой вот точечный синтезатор, я его даже так и назвал, Dots точки. Так это звучит вместе. В обработке я старался придать этим звукам такого винтажного звучания. И, конечно же, на них висит дилей. Дилей я кидаю практически на все, кроме ударной партии и бас-партии. Обычно я делаю это при помощи посылов. То есть я кидаю не прямо на дорожку дилей, а создаю отдельный return-трек. И обязательно в настройках дилея нужно поставить здесь wet на 100%. То есть, чтобы в ретерне звучал только грязный сигнал, и он не дублировал основной. Затем я перешел к написанию другой партии, чтобы разнообразить эту композицию. Я дописал следующий синтезатор, вот эту партию. Также пришлось дописать вот эту. И вот такой вот арпеджиатор. Я пытался придавать этим всем звукам максимум космичности, поэтому на них очень много дилеев, разных длинных ревербераций. В общем, я не стеснялся ни капли. И этот кусок вместе зазвучал вот так. И последним шагом было, чтобы придать этому треку узнаваемости, я решил добавить несколько вокальных вставок. Я использовал трек французов Supreme NTM и срезал с них несколько фразочек, типа вот этой. И несколько сэмплов из Scratch Tools классических. Послушаем их отдельно. Плюс я добавил несколько эффектов для придания объема. Звучат они так. Они вставляются перед ключевыми такими местами, как здесь, например. Я повторил эти написанные два куска несколько раз, и на втором повторении я их немножко видоизменил, и видоизменил мелодию. И звучала она вот так. Yeah.
так создавалась эта композиция. Полную ее версию вы можете послушать, перейдя по ссылке, которую вы видите внизу. А у меня на этом все. И увидимся через 2 недели.